Вау. Вау. Тирин-тирин-тирин-тирин. Здорово, дружище. А! Блин! Да что? Какой кошмар! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в Roblox Doors, но плохие версия 2. Что-то еще более упоротое и отбитое нас ждет, по-видимому, в Roblox двери. Лифт, сейчас будет музыка, я уверен. А как же... Бим-бим-бим-бим. Ну да ладно, погнали. Итак, перво-наперво замечательные рожи, естественно. О, звонит, звонит, отлично. Вот я считаю, что если бы не звонило, это вообще было бы не зачет. Так, берем ключ, естественно, открываем дверь. Тут все по стандарту. Дальше у нас следующая дверь, а дальше... О, что, так быстро, что ли? Ну ладно, поехали, все. Прячемся. Все, проехало. Что это было? Что-то пукнуло. Ха, ну, видать, это был раш, по идее. Так, ну хорошо, идем дальше. О, глазки, скоро будет мистер Сик. И буду я немножко обосик, потому что придет сейчас мистер Сик, да? Ну, это естественно, да. Ну, как бы от страха-то тут, что называется, святое дело, обосик отсылаю. Здорово, дружище. Так, подожди. А, что это такое? Так, тут какие-то вообще... Воу, нифига бодрое начало. Так, по полкам идем, да? Он вообще где? А он вообще где, я понять не могу. Где ты, черт? Ты здесь вообще? Ой, слушайте, он что-то так беспомощно плюхнулся, мне аж его жалко стало. Не хейтер, да, хейтерам быть плохо. Видите, что с ними тут делать? Ой, так, библиотека, библиотека. Тирин-тирин-тирин-тирин, здорово, дружище. Пошел, значит, пошел, выходит на охоту, падла. Мистер Фигур, да? Шестиугольник 7, ромб 5. Да подождите, это все понятно. Мне ж надо, собственно, посмотреть, чего у нас там к чему. Давайте изначально глянем. Шестиугольник, звезда, блок, ромб, октагон. Это надо записать. Так, звезда у нас, значит, 1, а шестиугольник у нас 7. Сейчас запишем. Куда? Я даже не понял, куда я нажимаю. Ну куда ты нажимаю? Шестиугольник 7, ромб 5, а звезда у нас что? А звезда у нас 1. Извините, пожалуйста, я тут погуляю немного, да? Так, осталось блок и октагон. Блок, который это, папоэт, там ночь, фонарь, аптека. Вышел этот чмошник, и хоп, и нету человека, да, и все понятно. Блок 4, вот он, 8, 8 октагон. Собственно, это и логично. Октагон это восьмиугольник, и цифра должна быть 8. Значит, 7, 1, 4, 5, 8, давайте. А-а-а, нет! Блин, чуть-чуть не успел. Слушайте, так, тут прикольные экраны гибели. Давайте умрем от этого, от Раша. Пусть Раш подойдет. Раш, иди сюда. Красава, Раш. Давай, дорогой, иди сюда. Иди сюда, в объятия. Давай. Ух ты, слушайте. Звук прикольный. Да, блин, куда ж ты прешься, говнюк? Все, отстань от меня. Так, что там у нас? 7, 1, 4, 5, да? 7, 1, 4, 5, и... Мне надо вспомнить, что у нас тут октагон. А, 8, господи, да, 8. Энтер, энтер, да, да. Все, прошел. Ой, сейчас будет раш или эмбуш. Возможно, ой-ой-ой, эмбуш пошел, ребят. Эмбуш пошел, я его, кстати, не вижу толком нифига. А, ох, он как делает. Он, смотрите, туда-сюда такой. Чик-чик, вот так, видали? Я, конечно, должен тоже, наверное, от него умереть. Но мне что-то не хочется. Давайте попробуем подальше пройти, а там видно будет. Сколько еще ты планируешь вот это вот извращаться, подлюха? Может, все? Ну, уже 6-й раз был, да? Хватит, наверное, не? О, кажется, реально все, да? Все, можно дальше идти, хорошо так. Забадбедил нас этот эмбуш, конечно. Или мы его забадбедили, я уж не знаю, сколько шкафов, капец. Ну, это, кстати, было бы удобнее бежать бы вперед и в шкафы тогда, раз тут столько шкафов. Тихо, тихо, тихо. Ничего не предвещает беды? Это что такое? Скрич! Здесь где-то будет скрич, да? Вот говно. Так, ну ладно, давайте. Давайте посмотреть. Давайте посмотреть. Так, тумбочки, кстати, обыскиваются. Между прочим, тумбочки-то тоже обыскиваются. Что это я тумбочки-то не обыскиваю? Так, все, давай. Тихо. Ну-ка, не приходите снова. Да что вам, жалко, что ли? Что такие негостеприимные-то? Хочу прийти снова. Чё? Так, что это мигает? А, это мигает, это знаю, это... Вот, да, вот это говно. Нет, блин, не хочу. Нет, 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 все, давай назад. Что происходит? Чё-то я не понял, я же должен обратить... Обратитесь! Обратитесь в нашу христианскую веру или что? Я не понял, что... А, обратитесь! Я обращаюсь, я! Обращаюсь я! Подожди, что происходит? Ой, да блин, да ты запарил! Это не работает, нифига, это говно! Он уйдет когда-то оттуда или нет? Смотрите, он сам с собой там играется, мне кажется, нет? Ну вот, я обратился, да. Теперь я обратился сюда, вот, обратитесь. Обратитесь, да, все. Да обратился я уже, боже, я уже все, я уже член вашей церкви, ребята, успокойтесь, пожалуйста. Меня, кстати, задело. Конец? Нет? Хватит? Да хватит уже, обратитесь-то! Ну все, я вышел. Все, я вышел оттуда. Я не знаю, эти потоки говна, их как-то обойти не так просто. Вообще непонятная какая-то система. Ну да ладно, так, поехали. Так, что происходит? Сейчас опять, что ли? Да.
Смотрите, раш зарашил. Не зря я сюда спрятался. Так, тихо, это чё? Мусор. Мусорная ошибка! Чё мусорная ошибка? Выпустите меня отсюда! Алё, чё, где я? Я попал в мусорник, боже! На помощь! Вот это да! Не, ну чего-чего, такого не ожидал, конечно. И что мне теперь здесь? Все, это конец? Это теперь моя жизнь в мусорном баке? Проиграть, умереть, да? Блин, ребят, мне походу реально надо умирать. Да капец, да я еле допёрся сюда. Ну что ж ты будешь делать, игра? Блин! Да что? Какой кошмар! О боже, я чуть не усрался! Да блин, это страшная игра-то, оказывается, я думал, мы поржем. О, поехали, вот это вот начинается. Все, так, он дальше сзади, а я просто вперед бегу, значит. Все, обратитесь. Будем обращаться, как только у нас будут проблемы, сразу обращаемся к вам, мы все знаем, да. Джек, конечно, заставил просраться, мне теперь страшно аж к шкафам, ребят, подходить. Так, ключ, отлично, давайте все шкафы, на всякий случай откроем. Так, вот ключ, хорошо, все, берем, вот это берем. А открываем дверку. А туалет будет, как в первом Bad Bad, нет? Мне вот интересно. Так, что у нас тут? Погоня, да, сейчас будет? Длинная комната. Погоня, ну, конечно, сик! Опять... Чё? Я Амазон только что слышал, алё. Присядь! Придурочный ты. Так, все, присели. Ну, здесь я, наверное, так могу обойти, да? Музыка. О, все. Еще раз. Еще раз, еще много-много раз. Я прошел. Так, отлично. Что дальше? А дальше уже, наверное, близится к делу к финалу, да? Правильно, я так понимаю, да? Уже скоро последняя дверь, наверное, да? Уже должно, уже пора бы, на. Пора бы уже, наверное, а? Ну, в самом-то деле-то. Ну, в конце-то, концов-то. О. Вот это, походу, уже дело близится к завершению. А-а-а! Здорово, я тебя вижу! Я тебя увидел, подлюка. Вот смотрите, с крича сделали. Падлуша выскакивает, крича, наконец-то сделали. А именно с крича. Да, вот так вот. Вот замечательно вообще. Так, все, давайте тоже тут все пооткрываем на всякий пожарный. А че уж, когда уже закончится эта игра? Мне страшно. Заново сейчас. А что это? А что это? Я извиняюсь, я такого не видел в оригинале. Это кто? Уйди! Ой, блин, а что мне делать-то тебе? Так, ну давай, открывай. Так, оттуда сейчас этот полезет, нет? Что? Давай в шкаф, давай в шкаф. Все, я в шкафу. Сейчас он выйдет же, да? Выйдет или не выйдет? Товарищ сраноголовый сейчас выйдет, да? Или нет? Да нету его вроде. Ну что, ладно, идем. Так, идем. Вот мы уже все близится к завершению. Так, взяли ключик. Ключ. А что ж это за рожа это была в конце такая? Это что было вообще? Это что вообще было? Так, тут будет головоломка или здесь тоже нажал и побежал? Открыть. Исправить лифт. А, ну тут, по сути, нажал и побежал, да, все нормально. Вроде бы таймер никакой не запускался, поэтому мы просто побежали, да? И как бы вот. И как бы все, победа! Иди сюда, родной! Я не знаю, где ты пропадаешь, падла, но ты сейчас должен появиться, наверное. Че такое, алло, мы едем куда-нибудь или нет? Эй, игра, алло, это че? А-а-а! Продолжение следует, тебя кикнули. Такие вот дела, ребята, главное, что прошел, пусть и кикнули потом с сервера, но я думаю, это не страшно. Вы продолжайте, смотрите следующее видео, пожалуйста, если вам понравилось то, что вы сейчас увидели сверху, ссылочка. А также не забывайте ставить лайк и подписываться. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.